Столкновение внедорожника и минивэна на улице Светланской в ДТП обошлось без пострадавших. Водитель Honda Airwave двигался со стороны Луговой, планируя свернуть на Ивановскую и следовать в направлении Первомайского района. До поворота в попутном с Хондой направлении ехал водитель Toyota Prado. Подъезжая к светофору, он почувствовал удар и скрежет, после чего сразу остановился. Оказалось, что водитель Honda решил свернуть, но не убедился в безопасности маневра. На Светланской Honda Airwave, поворачивая налево, со второго ряда не пропустил Toyota Prado, двигающийся в прямом направлении, в результате чего машины столкнулись. Повреждения машины несерьезные, но тем не менее потребовалась помощь ГИБДД для оформления. После оформления сотрудниками потерпевшая сторона пойдет в страховую компанию для получения выплаты. В ожидании приезда инспекторов автовладельцы создавали помеху для проезда остальных участников дорожного движения. После получения справок о ДТП водители смогли разъехаться.